Наш прогноз на UFC 253, который состоится 27 сентября. Хадис Ибрагимов, Данила Маркес. Хадис Ибрагимов, 25 лет, в серии из 3 поражений и все в рамках UFC. Очень плохой старт в сильнейшем промоушене и, возможно, сейчас последний шанс закрепиться. В качестве базы боевое самбо. В процессе осваивал арсенал приемов ММА. Работает в стойке и по голове соперников. Если до перехода в UFC у Хадиса все получалось, то в сильнейшем промоушене он растерялся. Поражение сабом, ТКО и решением. Все испробовал на себе. Притом решение с 39-летним Эдом Херманом. Уступает немного в росте нынешнему сопернику, но не в размахе рук. Данила Маркес, 34 года, дебютирует в UFC серией из 2 побед за плечами. В крупных промоушенах замечен не был. А как профи провел 11 поединков, в которых дважды проиграл. Наш прогноз – победа Ибрагимова. Такое чувство, что Дэна Уайт прямо говорит: «Вот Хадис, держи подарок, воспользуйся же им». Не проебись.